Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня букс, вот такое вот у него название, где нам абсолютно без вложений на просмотре сайтов, то есть серфинге, на кране будем зарабатывать криптомонеты. Регистрация здесь наипростейшая. Кликаем сигноп. Прописываем email. Два раза пароль. Разгадываем капчу. Кликаем зарегистрироваться. Я уже зарегистрировалась. Сейчас войдем в кабинет. Вход по имейлу и паролю капча, наша любимая. Так, мотоциклы. Подтверждаем. Логин. И попадаем на домашнюю страничку. Баланс у меня по нулям. Сразу на домашней страничке находится реферальная ссылочка. Реклама здесь, конечно, нормально. Но, тем не менее, если вы помешаны так же, как и я, на криптомонетах, меня этот бокс зацепил. Он платит без минималки на вывод. И можно неплохо здесь, как бы, он и дает заработать. Значит, давайте по порядочку пойдем. Значит, реферал. Также будет находиться наша партнерская ссылочка и наши партнеры. Так. Далее, депозит нам не надо. Вкладочка вывод. Сейчас мы его это все проверим. Обратите внимание, баланс мой нулевой. Далее, что у нас здесь идет? Значит, оффервал я не полезу. У нас идет кран. Значит, антибот капча. Тут таймер. И что? Да, разгадываем капчу. Дает 500 тысяч, видим, да? Автобус. Разгадали. 500 тысяч. Зачет. Идем на вывод. Значит, что у нас тут по выводу? Вот у меня на балансе стало, я на кране собрал. Вот, да, на кране 500 тысяч вот этих монет. Значит, на что идет? На Faucet Coin, Tron. И на C-Wallet идет у нас вот эта монета, как кран. Ой, как букс называется. И вот эта монета Pepe. Кликаю Litecoin. Видим, да? На кружочек я нажала. Здесь у меня 500 тысяч стоит по умолчанию, отображается. Я прописала, у меня прописан email, привязанный от Faucet Pay кошелька. Также разгадываем капчу. Светофор. Так. Подтверждаем. Кликаем вывод. Все. И 215 сатоши с одного крана за один сбор лайткоина вот этих сатоши. Я считаю, это неплохо. Идем на Faucet Pay. Так, и смотрим. Вывод платит инстантом. Вот это лови. Ловилу, полсет. 215 лайткоин сатошиков. 3 мая. Идем дальше. Так, кран я вам показала. Далее, что у нас здесь идет? Вот такой вот кран. 30 тысяч. Я уже не буду его проходить, потому что начнутся тут рекламы. Также разгадываем антибот капчу. Кликаем и выводим. Далее мы что идем? Короткие ссылки терпеть не могу. ПТС. АДС.
То есть на просмотре сайтов. И что у нас здесь? На 8 миллионов 750 тысяч вот этих коинов. Также без минималки на вывод. Давайте какую-нибудь... Они все по 15. А вот по 5 секунд. 15. Давайте за 5 секунд посмотрим рекламку. Кликаем. Вот VIP. Но здесь идет таймер. Разгадываем капчу. Подтверждаем. Возвращаемся. И 325 тысяч засчитались. Идем на вывод. Опять я выбираю Litecoin. Опускаемся ниже, разгадываем капчу. Как видим, я вот собрала раз на кране, раз на серфинге. Ставлю вот при вас на вывод то, что минималки на вывод у нас нету. Подтверждаем вывод. И 139 лайткоин сатошка вот этих. Идем на Faucet Pay. Вот это я на кране собрала. И обновляю страничку. Значит, смотрите, опускаемся ниже. Ловим Faucet. 139 лайткоин сатошков. 3 мая, как видим, платит инстантом сразу на Faucet Pay. Так что минималку набирать не надо. Собрал, вывел. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.